Новым руководителем погранслужбы по Краснодарскому краю назначен Александр Эктов. Сегодня главе Кубани его представил начальник регионального управления ФСБ Сергей Захарихин. Вениамин Кондратьев отметил, что в период карантина охрана границ края является одной из первоочередных задач. В это непростое время вы заходите руководителем погранслужбы в наш регион. Ну, вы человек опытный, очень профессиональный, себя зарекомендовавший. Я думаю, что зная юг страны целиком, вам будет уже более профессионально принимать решения, связанные с управлением, в том числе и решения, связанные с определенной безопасностью, в том числе и нашего региона. Сегодня для нас важно, чтобы границы края, которые являются границей России, были максимально под контролем с точки зрения именно перемещения, в том числе и инфицированных коронавирусом. Это сегодня стратегическая задача. И для нас важно, чтобы этот контроль ни в коем случае не ослабевал. Он опытный, уважаемый руководитель, генерал-лейтенант, имеет боевые награды, государственные ордена, медали. И что еще важно, что служил в горячих точках в сложный период в Дагестане. Помимо охраны государственной границы, перед управлением стоит задача борьбы с браконьерством. Вениамин Кондратьев акцентировал внимание нового начальника на важности этой работы для экономики региона. Охрана биоресурсов – это тоже сегодня стратегически важное для нас направление. Это проблема для нашего комплекса, в том числе агропромышленного, потому что мы хотим не просто иметь рыбные запасы, не просто иметь биоресурсы, мы хотим сделать из них опять какая-то когда-то былую известную отрасль экономики. Нам важно сегодня максимально заниматься вместе, в том числе охраной водных биоресурсов. Конечно, воспроизводство должно быть сегодня максимально у нас активизировано. Но для этого, конечно, мы должны поставить заслон браконьерству. Настроен на конструктивную совместную работу. И со своей стороны обещаю, что личный состав управления задачи перед ним стоящие выполнит как и на российско-абхазской границе, так и в сфере охраны водно-экологических ресурсов. Ранее Александр Эктов возглавлял пограничное управление в Ростовской области. Он окончил Алматинское пограничное училище и военную академию Генерального штаба.